У нас забияк один появился. Первые наши детеныши. Первые полчаса в клетке. Мы нашли еду. Уже здесь есть, оказывается, еда, а тут еще кормят. Кошка пытается вылезти. Так, по образу и подобию второй пошел к кормушке. Ура, кормушка найдена! Все на ужин! Едим и спать! Сейчас вам и водичка пришла. С красивого фужерчика. Уже кушает. А пополней не донесем? Уже как Комментарии. Ну, уже как. В общем, они клетку освоили. Им новая первая наша клеточка понравилась. Дальше будем посмотреть. Ставьте лайки.